Ольга Бергос, я говорю с тобой под свист снарядов. Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмо зарево озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна. Кронштадтский злой, неукротимый ветер, мое лицо закинутое бьет. В моем убежище уснули дети, ночная стража встала у ворот. Над Ленинградом смертная угроза, бессонной ночи, чажек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, что называлось страхом и мольбой. Я говорю, у нас граждан Ленинграда не поколеблют грохот канонад. Если завтра будут баррикады, мы не покинем наших баррикад. И женщины с бойцами встанут рядом, и дети нам патроны поднесут. И над всеми нами зацветут старинные знамена Петрограда, руками сжав обугленное сердце. Такое обещание даю. Я горожанка-мать красноармейца, погибшего под стрельную в бою. Мы будем драться без заветной силы, мы одолеем бешеных зверей, мы победим, клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей.